Нужен вам зеленый сад? Приезжайте в Экоплант! Всем привет! С вами питомник растений Экоплант. И сегодня мы вам расскажем, как правильно поливать рассаду. Полив – это основной пункт любого ухода за рассадой. Активно растущие молодые растения чувствительны к любым ошибкам. Ведь на первых стадиях роста особенно вреден избыточный полив. А впоследствии причиной проблем может стать недостаточный полив растений. Разумеется, не последнюю роль играет качество воды, которой вы поливаете рассаду. На стадии рассады, когда хрупкие ростки впервые показываются из земли до момента высадки, поливы играют жизненно важную роль. Рассаде просто больше неоткуда брать воду. Она во всем зависит от полива. И то, насколько он обеспечит ее потребности, определяет, будут ли растения сильными, красивыми и выносливыми. Ошибки в поливах опасны и чаще всего губительны на стадии сеянцев и в первые недели после пикирования. До появления всходов грунт один раз в день увлажняют из пульверизатора, чтобы на поверхности не образовывалась корка. Когда сеянцы взойдут, укрытие нужно убрать, а увлажнение почвы на 2-3 дня прекратить, чтобы дать росткам окрепнуть. Затем рассаду окучивают, прореживают и поливают уже один раз в неделю. После появления 2-3 настоящих листочков потребность сеянцев в воде увеличивается, поэтому нужно следить, чтобы вода достала до самого нижнего слоя почвы. Если выращивать рассаду в непрозрачных стаканчиках или ящиках, опустите в грунт деревянную палочку и проверьте, насколько он увлажнен. Частота полива зависит также от того, какую овощную культуру вы выращиваете. Я рада знакомству с питомником растений Экоплант. У него есть растения на все вкусы, и это самые популярные редкие виды, а также всевозможные породы деревьев и сорта кустарников. Благодаря им мы можем наслаждаться красотой как на даче, так и в городе. Желаю вам искренних успехов и интересных творческих идей. Ваша Тамара Глоба. Приобрести дерево или растение для вашего участка вы можете на сайте ecoplant.rf. Перейдите на сайт по ссылке под видео, оставьте свой номер, и с вами свяжется наш специалист. Обратите внимание на экран, там появились наши другие видеоролики.